Также вот у меня недавно появилась такая книга. Ну, как сказать, недавно, но я, короче, вам ее не показывал. Это книга про завод ЗИЛ. Когда-нибудь мы с вами его полистаем и почитаем. И, в принципе, я вам рассказал уже все новости. У нас же начался стрим. А, кстати, вот где сейчас RC-модели стоят, но они скоро здесь стоять не будут. Вот, у нас же начался стрим, я пошел монтировать видосик, так что всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Это была 15-я серия Вован Лайф. Всем спасибо, всем удачи и всем пока. Всем привет, с вами Вован, вы на канале Санич Саван. И сегодня очередная серия Вован Лайф, уже 15-я, 3-й юбилей. Сегодня у нас будет Вован Лайф, уже воскресенье. И, как я обещал, я буду восстанавливать эту рубрику, поэтому сегодня уже должно выйти это видео. Вот, если сегодня вы его смотрите, то сегодня воскресенье, оно вышло, так что это хорошо. Кто не в курсе, Вован Лайф — это рубрика, в которой мы подводим итог недели, и я вам показываю то, что вообще произошло за неделю, то, что не вошло в видео, ну и вообще мы подводим как бы итоги вообще, что вообще произошло. Недавно, короче, в комиссионке приобрел за это, вот такие вот маленькие модельки за 100 рублей, 12 моделек, значит, из киндера, есть не только из киндера, давайте посмотрим, вот такая вот ламба есть, желтенькая. Вот такая вот красивая тачка, мне прям понравился такой хот-родик. Мини Купер, очень красивый. Такая вот тачка прозрачная. Корвет, это типа корвет. Вот. Ну, короче, такой вот закос под корвет. Такой вот джипчик. Две такие как бы багги. Мэтр Луиджи Холли Делюкс. И вот такая вот тачка, она инерционная. А, нет, еще вот такая вот еще тачка есть, вот. Сейчас я их уберу киндером, и мы продолжим смотреть. В ближайшем будущем я планирую вот эту вот штуку собрать и поставить примерно вот сюда. Куда-нибудь вот сюда или вот сюда. Ну, короче, пока не решил, но куда-нибудь сюда поставить. Достаем коробочку из-под киндера. И да, кстати, вот теперь трек Hot Wheels висит вот так вот, чтобы можно было в любой момент взять, снять и построить. Открываем сумку. И начинаем. Все, я наполнил сумку. Продолжаем тогда с вами подводить итоги. Сумку на место, коробку тоже. Появились вот такие вот две модели. Достаточно давно, но я их уже повесил. Вот, просто не показывал. Да, Вован Лайф ждал. Вот, две АЕшки. Как говорится, АЕшек или Труена много не бывает. Вот, так что они теперь у меня здесь висят. Красота. Также я решил поставить розовые полки, еще вот перед такими полками из фикс-прайса еще поставить розовые полки. Так гораздо лучше. И, ну и смотрится это даже прикольно. Так что, ну, нормально. Также за эту неделю мы построили зефирку. Пока что еще не выезжал. И тут примерно такая ситуация, потому что у меня кое-что упало. Это я вам покажу в будущем. И, короче, я сейчас это все разгребаю. Много всего. Сейчас время уже 17:01, и в ближайшие несколько минут мне позвонит Санек, и у нас начнется стрим на канале. Скорее всего, получается, на момент выхода этого видео стрим уже идет, потому что я планировал так, что я отсниму Вован Лайф, и когда у нас будет стрим, потому что у нас будет разговорный стрим сначала, а потом уже игровой, я буду записывать, точнее, я буду это монтировать серию и параллельно отвечать на вопрос. Так что сейчас 17:01, в ближайшее время будет начало стрима. Да и все, кстати, в принципе, да. У меня, короче, появились тиски, но вы это уже видели. Как вы думаете, хотите ли вы краш-тесты чего-нибудь в тисках? Блин, лампа опять сломалась. Чтобы вы понимали, эта лампа, она... О, починилась. Отлично. Прям сходу, краш-тест иголки в тисках. Вы готовы? Я, да, я нет. Но мы начинаем. Страшно, капец. Капец, там что происходит? Офигеть. Давайте посмотрим, что с ним произошло. О, я уже вижу. Ну, короче, она была такая, а стала, ну, немножко другая. Совсем чуть-чуть.
Я решил здесь вот сюда положить все свои иголки, чтобы они не рассыпались. Все-таки металлическая тарелка, вот эта вот магнитная, это просто тема вообще обалденная. Просто вот так сейчас возьмем, в нее вот эти вот просто иголки вот так возьмем. Вот так. Все, они не потеряются, они уже здесь навсегда. Вот, давай только их как-нибудь вот так покрасивее разложим. О, Санек звонит. Звонил Санек, как я и говорил, так что... На момент записи этого ролика у нас уже все начинается. Потом я его буду монтировать, и когда я его буду монтировать, у нас получается уже все идет. Вот так. Я сложил, значит, иголки. А вот еще, короче, изменения. Вот, раз фокус убрался. Короче, изменения. Я сюда поставил вместо RC моделей тачки Велли, но это ненадолго, потому что Велли скоро переедет, и снова сюда вернутся RC модели. Еще вот у меня среди сборных моделей небольшая пересновка в Avant Customs. Убралась вот эта вот полка сначала, и теперь она немножко позади стоит. Вот так вот теперь это все выглядит. Ну, в принципе, нормально, даже больше места стало, просторнее. И вот сюда еще одна полка может влезть. На неделю вообще вышло больше, чем больше 10 видеороликов. И на одном набралось больше 70 просмотров. Огромное вам спасибо, как раз на самой зефирке набралось большое количество просмотров. Это прям очень круто.